Утро понедельника редко бывает добрым, а уж бодрым и подавно. За исправление ситуации взялись наши прославленные спортсмены. Они приняли участие в акции «Зарядка с чемпионом». Это один из новых проектов, который проходит по всей стране, и я думаю, будет проходить теперь регулярно. И, наверное, будет прежде всего во временном отрезке привязан к началу каникул у детей. Подобные физкульт-приветы маститые спортсмены передавали и раньше. Однако сейчас все масштабнее. Вместо небольшого школьного зала – Норд-арена. Вместо одного кумира молодежи – сразу пять. На встречу со звездами пришли полсотни мальчишек и девчонок. Интересней более как бы увидеть вживую, чем по телевизору узнать что-то новое от них. Чтобы стать как они, надо очень много тренироваться, чтобы достичь какой-то цели. Первым ускорение к цели придал ребятам чемпион страны по греко-римской борьбе и кроссфиту Эраст Палкин. А вот уже и участница Олимпийских игр в Лондоне, призер чемпионатов мира Наталья Подольская, запускает ветряную мельницу. Байдарочница, так сказать, развеивает сомнения ребят в их способностях. Самое главное, чтобы они увидели нас вживую, то есть увидели наши медали и поняли, то, что в будущем у всех есть такая возможность стать чемпионами. Конечно, не все собравшиеся стремятся к спортивным вершинам. Однако пару шагов к здоровому образу жизни хочет сделать каждый. Пусть и шаги эти слегка блуждающие. Это многократный чемпион страны по хоккею с мячом Олег Батов. Учит ребят держать равновесие. Пригодится, когда в коньки переобуются. А вот в ход пошли махи, вызывающие охи. Растяжки Павла Кондратова позавидуют некоторые балерины. А что вы хотели? Черный пояс под тхэквондо. Каждый из новоиспеченных учителей физкультуры старался привнести в зарядку что-то от своего вида спорта. Бронзовый призер Олимпиады в Афинах, тяжелоатлет Глеб Писаревский, заставил всех преклонить колени, а затем вообще пасть ниц. В тяжелой атлетике очень важна гибкость, да, и сила, да. То есть я постарался дать такие упражнения, которые можно было бы размять бы верхний пояс, да, гибкость и ноги. Вы знаете, я даже сам вот получил вот заряд вот энергии. На самом деле, утром такое утро было такое квелое, да. Как-то не хотелось идти на работу. Сейчас вот размялся, попрыгал вместе с ребятами. Даже, знаете, как-то захотелось сейчас вот вернуться на свое рабочее место и хорошо поработать. После такой встряски славу труду воспоют не только чемпионы. Среди юных участников зарядки затесались и их родители. Я очень люблю спорт, люблю зарядку. Сама по утрам делаю, детей к этому делу приспосабливаю. Мне понравилось больше всего отжимания. Хорошо, покажи, умеешь? Получасовая зарядка точно не прошла даром. Дети закрепили полезную привычку заниматься физкультурой, а заодно и автографами затарились. Чемпионы запаслись хорошим настроением и педагогическим опытом. Ведь некоторые из них еще и тренерами работают.